Вдова певца Юрия Шатунова Светлана заявила, что перед концертом памяти супруг пришел к ней во сне. Она убеждена, что покойный солист «Ласкового мая» намекнул на то, что будет присутствовать на мероприятии в его честь. По словам Светланы, во сне она забирала супруга из больницы. Шатунов привиделся ей на костылях и с катетером на теле. Тогда она поинтересовалась у артиста, как он будет держать микрофон. В ответ певец заявил, что останется дома, попросив вдову зажечь на концерте без него.